I pay my prostrate obeisance to the lotus feet of my Guru Pad Padma first. Then the president of this sabha, on all other sannyasis, brahmacharis, bambucharis, all audience, I like to pay them my obeisances. Hari Naam Sankirtan Kijo Gaur Pemanande Hari. Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitta Nanda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nang Bande Radhika Charana Dayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manohar Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Naivat mano prabhurayam nijalab smurno Naivat mano prabhurayam nijalab purno Naivat mano prabhurayam nijalab purno Manam janad vidiso karuno vinite Jajjajjano bhagavate vidadhi tvamanam Tachatmane pratimakasya jathamakhasri Jagadguru Gauriya Gashtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Those who are actual Gauriya devotees Jagadguru Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что те, кто настоящие гаудии, они никогда не гордятся теми особыми качествами, которые у них есть. Те настоящие гаудии, они никогда не гордятся теми особыми качествами, которые могут быть у них, поскольку они знают, что все исходит из изначального источника. И суть в том, что Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он лучший из всех ачарий, которые есть в этом материальном мире, которых мы когда-либо видели, которые когда-либо существовали. И суть в том, что явив свою ачарьятву, Шрила Прабхупад, он своим сиянием, он затмил всех других ачарий. И вот своим сиянием он затмил всех остальных. Его ачарьятва, она была уникальна. И мы, обычные люди, не можем понять всего его величия. Так много вещей, которых хочу сказать сегодня, но главное то, что мы должны помнить, что кто вайшнав, а кто не вайшнав. Мы не можем, обычные люди, мы не можем понять, кто есть вайшнав, а кто не вайшнав. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он в своей поэме «Вайшнаваке», кто такой вайшнав, и вот он говорит такие слова. Канака Камини значит материальное богатство, Камини значит. И пратиштха – это слава, это последний пинок Майя-деви. Майя-деви, она хочет… А пратиштха – уважение, слава – это последнее оружие Майи. И вот в этом стихе говорится… Иногда мы можем чувствовать, что
мы избавились от влияния, от влечения к богатству и к противоположному полу, но стремление к славе, оно очень тяжело для преодоления. И Шрила Прабхупад вот в этих словах говорит, что кто такой вайшнав? Вайшнав не тот, кто оставил к стремлению к богатству, к противоположному полу и к славе. А вайшнав это тот, кого оставили эти вещи. И Шрила Прабхупад также говорит, Шрила Прабхупад, он говорит очень ясно и четко, подобно математическим формулам. И вот в этих словах говорится, что если у нас есть жизнь... Шрила Прабхупад говорит, что проповедовать могут только по-настоящему живые люди. А что значит живые люди? Подобно тому, как в... В медицине такое сравнение приводится. Вот, а что имеет в виду Шрила Прабхупад под словом «жизнь»? То есть, если у нас есть, то есть, если мы живые, то мы тогда можем проповедовать. Но какое значение этих слов? Шрила Бхактивинода Тхакур, он в своем киртане пишет то же самое, но в других словах. Что Шаранагати, наше самопредание лотосным стопам Гуру и вайшнавов, это есть наша жизнь, наша жизнь в преданности. Если мы не предались полностью лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху через Гурудева, поскольку Шрила Прабхупад и чистый Гуру вайшнавы, они говорили, что наш Гурудев Садгуру – это трансцендентный медиум, через которого можно видеть все, что происходит в трансцендентном мире. Иначе мы слепы и не можем видеть. Гурупад Падма – он прозрачный, трансцендентный посредник, через которого мы можем видеть все, что происходит в том духовном мире. И та шлока, с которой я начал, она очень прекрасна. Она сказана Прахлад Махараджам. Мы хотим поклоняться Шриле Прабхупаде. И как мы можем поклоняться Шриле Прабхупаде сегодня в Ясапудзе, день явления Шриле Прабхупаде? Но в Бхагаватам в 7-й песне говорится, Прахлад Махарадж говорит, вы уже знаете, что один Парамахамса, он самодостаточен. Если у нас нет такого качества, нам мы не удовлетворены, не самодостаточны, то нельзя сказать, что мы вайшнавы. Главный признак вайшнава, что он самодостаточен, что ему ничего не нужно. Это главный признак вайшнава, что вайшнав, он самоудовлетворен, он самодостаточен. Он черпает радость в самом себе. И вот сейчас я подошел к главному, и что это Шрила Прабхупад очень часто говорил, что для настоящей проповеди Шри Чайтанья Вани, я могу опуститься на любой уровень, и это зовется настоящей Шаранагати, и это зовется настоящей Тринадапи. Что значит Тринадапи? Шрила Прабхупад объясняет, что если у вас есть полное самопредание лотосным стопам Гурупад Падмы, я имею в виду лотосным стопам Гуранги Махапрабху, и тогда, и только тогда у вас есть право, вы сможете говорить об этой абсолютной истине, иначе вы будете чувствовать страх, вы будете пытаться, но ничего не выйдет у вас. Ачарон – это очень важное, наш характер, наше поведение.
Я хочу напомнить вам, что Санатан Госвами Прабху говорил с Харидас Такуром, а Харидас Такур, он говорил: «О, наш Господь, Он дал нам прекрасное служение, дал вам прекрасное служение, вы должны открыть все, все сокровенные священные места, и вы также должны написать Вайшнава Смрити и прочие писания, вы очень удачливы». А Санатан Госвами ответил на это: «Нет, ты более удачлив, ты лучший из ачарьи». И в то время он сказал эти слова. Харидас Такур, ты лучший из ачарьи, поскольку в этих 14 мирах имя Харинам наивысшее. Ты ачарья этого Харинама. И что еще сказать? Ты лучший из ачарьи. Ты проповедуешь через Харинам. И все твои действия, твой этикет, твое поведение, твой характер, они очень важны. Наша Гурвага говорила, что ачарон, наше поведение, наш характер, он очень важен. Как, например, какой-то вайшнав может ничего не говорить вам, но если он имеет совершенный характер, то он уже влияет на все. Много раз я говорил о том, что то, что вы не можете почувствовать, осознать в вашей собственной жизни, вы не можете говорить это на публике, то, что вы не можете почувствовать, осознать, достичь вашей собственной жизни, об этом вы не имеете права говорить на публике. Это главное учение Шрилы Прабхупады. Кто может проповедовать? Я уже сказал, вся наша Гурварга, она проповедует согласно указанию Шрилы Прабхупады. Почему? Поскольку они предались лотосным стопам Шрилы Прабхупады, и Прабхупад, он проповедует через них. Наша Гурварга говорит, что не мы проповедуем, не мы пишем, а Шрила Прабхупад, он проповедует через нас. Это главное. Тринад Абисуничина, об этом говорится в третьей шлоке Шикшаштаке. Без этого качества мы не можем воспевать славу Верховного Господа или Вайшнавов, которые не отличны от Верховного Господа. Я вчера уже говорил о том, что Верховный Господь и Вайшнавы, они оставляют за собой право не быть открытыми вашим органам чувств. С помощью ума или еще каких-либо материальных вещей нельзя понять славу Шрилы Прабхупады. Я уже много раз говорил, что логика не может стоять на пути к абсолютной истине. А Шрила Прабхупад за всю свою жизнь, Шрила Прабхупад, он очень часто говорил, что посредством выборов мы не можем выбрать ачарью. Он должен быть назначен сверху. Шрила Прабхупад, он лучший пандит не просто в этой вселенной, а во всех вселенных. Но все же он явил такую лилу. Он принял Гурудева, у которого не было внешне материального образования. Многие люди, они хотели оскорбить Гурудева Шрилы Прабхупады, спрашивали, где он живет, какое у него звание. И Прабхупад очень умно отвечал, что постоянный адрес моего Гурудева — лотосный стоп Шримати Радхарани. Он живет там на Радхакунде, но сейчас он совершает лилу в Кули. И образование, нет, насчет образования спрашивали, то Шрила Прабхупад отвечал, что мой Гурупад Падма, он полностью сведущ в священных писаниях. Хотя в материальном плане внешне выглядело, что он не образован, но Шрила Прабхупад говорил: «Я уверен, он сведущ в трансцендентных вещах, и любые проблемы, возникающие в этом материальном мире, он может их безупречно решить».
Любые проблемы, которые возникают в этом мире, мой Гурудев, он может решить их безупречно. И вот сейчас я хочу сказать о том, что о значении Тринадапи, кто может проповедовать. Вы думаете, что те образованные люди могут проповедовать, но Шрила Прабхупад хотел сказать, что через голосование мы не можем выбрать ачарью, это невозможно. Ачарья, он самопроявится. Ачарья, он может явиться нам, может для этого Шрила Прабхупад не чувствовал необходимым назначить какого-то ачарью. Если Шрила Прабхупад знал, что они все находятся на возвышенном уровне, они сами могут явить себя как ачарьи в ближайшем времени, и поэтому Шрила Прабхупад, он не думал, что кого-то нужно назначить ачарьей, иначе потом кто-то может думать, что с помощью выборов можно выбрать ачарью, и мы видим, что если кого-то выбирают какую-то ачарью, он очень вскоре падает. И суть в том, что Тринадапи, кто может проповедовать, у кого есть такое качество. Шрила Прабхупад говорит, что тот, кто, если мы находим, что преданный, что если у какого-то преданного вся сиданта, весь вичар, все качества, весь характер Гурудева явились в таком ученике, то он может проповедовать, и он станет ачарьей. И можно найти, что вся сиданта, весь вичар, все качества, если мы увидим, что они явились в каком-то ученике, какого-то садгуру, то он есть настоящий ученик, и он может проповедовать.